Всем привет, дорогие друзья, с вами Шмада 4. Сегодня я буду обозревать один старенький компьютер. Он вышел очень-очень давно, и он у меня валяется на лоджии уже очень много лет, когда я был маленький, я с ним играл. Сейчас я хочу его пора обозревать. Он до сих пор вроде бы работает, но сейчас он не работает, потому что там нету батареек, хотя он покупается сразу вместе с батарейками. Так, давайте поставим батарейки. Подбираем отверточку и скручиваем болтик. Вот, выкручиваем. Слышка, что-то тут она перестала выкручиваться. Осталось выкрутить пальцами. И крышку сняли. Так, тут у нас 3 батарейки. У них есть только 2. Но у меня есть еще один отсек с 2 батарейками. Давайте вставим эти батарейки. Вставляем другую батарейку. И сейчас я достану другие батарейки. Батарейки поставили. Теперь ставим крышку как следует. Как она вставляется-то? Ладно, я сейчас ставлю, закручу болты и продолжу. Я поставил компьютер, теперь он должен включить. Привет! Давай учиться и играть. Набери номер игры. Так, здесь находится качество экрана, можно выбрать. Давайте пока выключим. До встречи! Пока. И осмотрим весь компьютер. Так, здесь у нас обычный экранчик, на котором все показано, все папочки, все ручки. Здесь есть 29 игр. Тема на игр. 10 игр про русский язык. 6 игр на математику, 9 игр на логику, 7 игр, 7 обычных каких-нибудь игрушечек и 2 игры на тему музыка и 2 игры на тему интернет. Здесь такая клавиатура. Все тут расписано. Настройки качества звука. Настройки качества экрана. Самого. А это кнопка включать компьютер. Привет! Давай учиться и играть. Набери номер игры. Чтобы попасть на номер игры, надо набрать номер. Давайте первый. Давай выучим буквы и цифры. Нажми на кнопку. Нажимаем кнопочки. Начнем с циферок. Это цифра 1. Это цифра 2. Значит, ну, наверное, не будет так хорошо видно. Это цифра 3. Это цифра 4. Компьютер, это кстати, цифра хорошо. 5. Кстати, хорошо, это компьютер цифра работает. 6. Это цифра 7. Это цифра 8. Это цифра 9. И это 0. Цифра 0. Если что-то не так нажать, то вот такой вот звук будет. Давайте начнем с первой буквы. Это буква А. Слово автобус. Это буква Б. Слово барабан. Буква Б. Это буква В. Слово ворона. Ну, кстати, громко сильно. Давайте чуть потише сделаем. Г. Это буква Г. Слово гитара. Буква Д. Это буква Д. Слово
Дальше буква Е. Это буква Е, слово Е. Некоторых клавишах букв не хватает. Они находятся на Е вот после Е. Для этого мы нажимаем, задерживаем Shift, и тут написано буквы, которых не хватает. Зажимаем Shift и нажимаем на букву Е. Это буква Ё, слово Ёж. Дальше какая там буква-то? Ж. Это буква Ж, слово Жаба. Ну, с буквами, я надеюсь, вы поняли. Давайте начнем другого номера, нажимая на выбор задания. Набери номер игры. Давайте 02. Давай выучим слова. Нажми на кнопку. Это цифра 1. Вот написано. Яхта. Яхта. Автобус. Автобус. Барабан. Барабан. Ёж. Ёж. Ворона. Нравится следующий номер. Номер 3. Давай выучим, как пишутся слова. Нажми на кнопку. Автобус. А, В, Т, О, Б, У, С. Это цифра 1. Автобус. А, пингвин. П, И, Э. Набери номер игры. Я вообще знаю, как пишутся слова. Давай следующий номер. Номер 4. Напиши букву, которая стоит в алфавите до и после. А, ну это легко. Есть кнопочка «Ответ» и есть кнопка «Помощь». Напиши букву, которая стоит в алфавите до и после. Которая стоит в алфавите до и после. Я паузу поставил, значит, кнопка это не работает. Давайте. Так. Напиши букву, которая стоит в алфавите до и после. У. Ф. Ф. И. С. С. Супер. Ш. 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 Молодец. Попал в ворота. Ну, я думаю, вы поняли. Давайте следующий номер. Номер игры. Номер 5. Ях. Т. Супер. Какая буква пропущена? Цыпленок. Ё. Молодец. Какая буква пропущена? Шут. У. Супер. Какая буква пропущена? Кошка. Набери номер игры. Давайте. Как ты напишешь слово? Шут. Пишем букву Ш. Ша. Фут. Т. Так держать. Как ты напишешь слово? Ворона. Ну, для меня это просто... В. О. Р. Н. Не унывай. Пробуй еще. Как ты напишешь слово? Ворона. Что-то я не помню. В, О, Р, О, Н, А. Супер! Я же все правильно выбрал, может быть. Как ты напишешь слово «овца»? Набери номер игры.
Ладно, давайте следующий номер. Номер 7. Как пишется во множественном числе это слово? Дерево. Д. Де. Е. Р. Ре. Е. В. Мягкий знак. Дереви. Я. Так держать. Ну ладно, набери номер. Следующее игры. Задание. Номер 8. Ой. Что нужно? Напиши синоним этого слова. Подвела, ну-ка. Напиши синоним этого слова. Набери номер. Ну ладно, тут, короче, на синоним. Ладно. Напиши антоним этого слова. Антоним это просто. Мёртвый. И. Жи. В. Мой. Так, где рекладка это? А, вот. И краткая. Супер. Напиши антоним этого слова. Ху, Д, Ша, Ши. И краткая. Молодец. Напиши антоним этого слова. Вверх. И. Вниз. З. Так держать. Напиши антоним этого слова. Ставьте. Напиши номер игры. Я думаю, вы поняли. Я, кстати, бутербродики стреляю. Ну, дальше давайте номер 10. Выбери правильный знак препинания. Смотри, как высоко. Выбери правильный знак препинания. Клавиши со стрелками не работают. А, ну клавиши со стрелками уже что-то не работают. Компьютер старенький уже. Ну, я стреляю, но все. Давайте начнем математику. Сколько здесь фигур? А фигур тут... Нажмем, выберем по цифре. 7 фигур. 7. Супер. Сколько здесь фигур? Фигур? Ради букв. Фигур тут звездочек. Раз, два, три, четыре. 4. Молодец. Вы поняли. Какие номер игры? 12. Положи правильный шарик для равновесия. Так. Девяносто три. Положи правильный шарик для равновесия. Надо, короче, выбрать цифру. Положи правильный шарик для равновесия. Да, семь. Хотя, вряд ли. Да, ну стрелки не работают уже. Так что давайте следующий номер. Сложение. Сколько получится? 3 плюс 3 будет 6. Супер. Сколько получится? 2 плюс 5 – 7. Молодец. Сколько получится? 7 плюс 8, 15. Так держать. Сколько получится? 9 плюс 9, 18. Молодец. Сколько получится? Набери номер игры. Значит, следующее вычитание. Сколько получится? 6 минус 5, конечно же, будет 1. Сколько получится? 7 минус 6, 1 тоже. Сколько получится? Набери номер игры. Следующий давайте.
умножение. Сколько получится? Так. 8 на 4, 32. Супер. Сколько получится? 3 на 6, 18. Молодец. Набери номер игры. 5, 20, 16. Сколько получится? 9 разделить на 3. 3. Молодец. Набери номер игры. Давайте, следующее. Я не очень люблю деление. Следующее – это логика. Давайте номер 17. Запомни слово или число. 1546. 1, 5, 4, 6. Не сдавайся. Блин, я не то, что запомни это. Слово или число. 1548. 1, 5, 4, 8. Супер. Запомни, следующий номер игры. Следующий номер игры. Тут целая куча этих игр. Я думаю, что у меня времени не хватит все это записать. Так, какая там следующая? Найди пару. Запомни одинаковые фигуры, а потом выбери их. Не получится в эту игру сыграть, потому что не работают стрелки. Давайте следующую игру. Дальше пошли игры. Акут В. Ловим В. Х. Ловим. Ч. З. Набери номер игры. Давайте. Какое там? 20 уже пошло. Так, они двигаются очень быстро. Часы. Так держать. Ну вы поняли. Набери номер игры. 21. Блядь, па-да-да-да-да-да. Найди. Индеец. Это индеец. Надо нажать интер. Вот, нажал. Супер. Так, ну вот, это вы поняли. 22. Что издает такой звук? Елка. Молодец. Набери номер. Следующая игра это... Сколько времени? Вот это как-то сложноватенько. Так, если смотреть, то 7. Но клавиши со стрелками не работают. Так что не получится. Набери номер игры. Что дальше? Так, вот моё любимое. Это вот это. Только, по-моему, это не получится сыграть. Найди вторую половинку. Так как стрелки уже не работают, так что ничего не выйдет. Хотя вот это вот правильная половинка. Набери номер игры. Давайте следующую игру. 25. Поле чудес. Прикольно. Давай поиграем в поле чудес. Так. Нет, вряд ли. Давайте поищем. Можем. А может что ли уже? Блин, одна буква. Молодец. А почему он сказал молодец, если неправильно? Давай поиграем в поле чудес.
Тишина. Так, держать. Хорошо. Набери номер игры. Все следующее. 26. Музыка уже пошла. Сочини свою мелодию. Нажми на кнопку. Хорошо, давайте следующее задание. Набери номер игры. Вы музыку послушали мою. Кстати, давайте еще раз поиграем, я одну мелодию знаю. 20 это какое? Затяни свою мелодию. Вот, послушайте. Нажми на кнопку. Вот, ладно, давайте продолжим. 27 это уже. Повторить мелодию. Повторить за мной. Ошибочка. Блин, что-то я не то сделал. Да, ладно, следующее. Какой там уже 28-й? Интернет. Выбери интернет-сайт. Давайте выберем, например, вот эту кошку можно там посмотреть. Давайте смотреть. Животных. Давайте другой сайт выберем. Другой сайт выберем. Символ. Тут уже что-то. Медвежонка тут. Что-то собирают. Машина. Самолетик. Шут. Так. Так, давайте другой сайт выберем. dom.ru. Тут у нас что-то, шкаф, кровать, диван или понятно. Следующее это zani.ru, где-то, то есть город, храм. Кремль там был какой-то. Это храм. Кремль какой-то. Дом. Давайте другой сайт посмотрим. А, посетим автобус. Поезд. А, это экспресс был. Вот экспресс. Мотоцикл. Автомобиль. Трамвай. Так, еще какой-нибудь там сайт есть. Фрукты. Это фруктики. Вот. Ладно, давайте это сразу. А, ну вроде тут осталось последнее задание, и на этом закончим. Напиши свое письмо. Пишем свое письмо. Привет.
пробел что, тоже не работает? Дыру. Жок. Давайте отправим. Нажимаем на кнопочку с конверта. Стрелочек надо выбрать, но стрелки не работают. Ну ладно, больше тут ничего особо нету. Так что давайте выключим компьютер с помощью этой кнопки. И вот это похоже на камеру. Ладно, на этом все, тут больше ничего нету. К сожалению, некоторые кнопки не работают, например, пробел или стрелочки. Потому что все это уже запылилось. Так что всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.